Давай назовем действие, которое мы знаем, да? А теперь сюда смотри. Вот это кто? Мальчик. Ну, мальчик что делает там? Спит. Да, мальчик спит. Полностью отвечаем, хорошо? Мальчик. Ага. А это кто? Мальчик. Это тоже мальчик. А чем занимается мальчик? Занимается, умывается. Ну да, мальчик умывается, мальчик. Правильно? А вот это мальчик чем занимается? Что делает? Играет. На чем он играет? Барабане. На барабане. Хорошо. А этот мальчик что делает? Он лежит и смотрит в телевизор, да? Лежит и смотрит телевизор. Хорошо. Хорошо. А теперь сюда смотрим. Вот что делает бобер. Бобер красит собой. Молодец. А девочка что делает? Кричит. Ну да, полностью отвечает девочка. Девочка кричит. Хорошо, молодец, отлично. Сюда смотри. Вот, мальчик что делает? Спит. Полностью отвечает? Мальчик спит. Девочка что делает? Кушает. Девочка? Девочка кушает. Мальчик что делает? Умывается. Полностью отвечает? Мальчик умывается. Хорошо, а здесь девочка что делает? Девочка рисует. Молодец. А что делает мальчик? Читает. Что читает мальчик? Риск. Полностью отвечаем. А девочка что делает? Девочка пишет. Ну да. Мама что делает? Умывает малыша. Не умывает, купает малыша. Купает. Да. А девочка что делает? Расчесывает кукольный волос. Молодец. Мальчик что делает? Поет. Хорошо. Девочка? Танцует. Полностью отвечаем. Девочка танцует. Мальчик что делает? Поевает себе. Мальчик что делает? Строит дом. Хорошо, молодец. Пожалуйста, вот здесь мальчик что делает? Мальчик спит. Девочка что делает? Мальчик. Девочка, что делает девочка? Девочка кушает. Молодец. Мальчик что делает? Мальчик умывается. Девочка что делает? Рисует. Полностью отвечаю. Девочка рисует. Мальчик что делает? Мальчик читает книжку. Молодец. Девочка что делает? Девочка. Ну, что делает? Пишет. Да, пишет. А мама что делает? Купает малышу. Малыша купает. Малыша. Давай еще раз. Купает малыша. Девочка что делает? Девочка расчесывает. Расчесывает. Волосы. Волосы куклы. Хорошо. Мальчик что делает? Мальчик поет. Девочка что делает? Девочка танцует. Мальчик что делает? Мальчик поет цветы. Мальчик что делает? Строит дом. Ну да, строит дом. Пусть так будет. Хорошо. Здесь садись, молодец. Мальчик спит. Девочка что делает? Девочка кушает. Мальчик что делает? Мальчик умывается. Девочка что делает? Девочка рисует. Мальчик что делает? Мальчик читает книжки. Книжку. А девочка что делает? Девочка пишет буквы. Ну пусть, ну хорошо, пусть пишет буквы, хорошо. А мама что делает? Мама купает малыша. Купает малыша. Малыша. Девочка что делает? Девочка расчесывает. Волосы. Волосы. Куклы. Куклы. Мальчик что делает? Поет. Полностью отвечаем. Мальчик поет. Девочка что делает? Девочка танцует. Мальчик что делает? Мальчик поет цветы. Мальчик что делает? Мальчик строит дом. Ну, играет с игрушками. Так можно тоже сказать. Хорошо, отлично. Назрин нам скажет. Вот здесь мальчик что делает? Мальчик спит. Девочка что делает? Девочка ест. Ест, хорошо. Мальчик что делает? Мальчик умывается. Молодец. Девочка что делает? Девочка рисует картинку. Молодец. Мальчик что делает? Мальчик читает книгу. Мальчик, девочка что делает? Девочка пишет. Пишет. Мама что делает? Мама купает мальчика. Малыша. Малыша. Еще раз давай. Мама. Купает мальчика. Молодец. Девочка что делает? Девочка расчесывает куклы. Расчески. Девочка расчесывает волосы. Куклы. Куклы. Давай еще раз. Девочка расчесывает куклы. Девочка расчесывает волосы. Волосы. Хорошо. Мальчик что делает? Мальчик поет. Девочка что делает? Девочка
танцует. Мальчик что делает? Мальчик папа цветы. Мальчик что делает? Мальчик строит дом. Ну пусть будет, строить дом. Хорошо.